Я сейчас на Декалп Авеню. Снимать тут, конечно же, нельзя, потому что везде тут повсюду полиция и полицейская академия с левой стороны от меня. Очень хочется снять, но не знаю. Вот, смотрите. Вообще, честно говоря, район похож на проспект Мира. Вот прямо вот здесь вот я сейчас шла, и прямо вот проспект Мира, сейчас покажу. Напомнил мне. Такие вот улицы. Сегодня замечательная походка. Starbucks, конечно же, на каждом углу. Так, друзья, вот я сейчас зашла в этот стор. Хочу всем сказать, что я обалдела от цен. Вот Soho Art Materials. Я сейчас в Soho, естественно, как вы уже поняли. Я купила всего 3 краски и потратила $52. Дальше даже не смотрела, потому что, ну, просто нереальные цены. Просто нереальные. Сейчас иду дальше гулять по Нижнему Манхэттену. И увидимся уже там. Мы продолжаем с вами гулять по Нижнему Манхэттену. Какая вот красота у нас. Сегодня погода замечательная. Мы идем. Гуляем. Тем временем мы сейчас с вами зашли в парк. Не могла не зайти, проходила мимо. Как вы все знаете, обожаю старинные здания. Поэтому решила зайти, смотрите, какая красота. Даже не представляю, что тут будет летом. Никогда не была в этом месте, это Нижний Манхэттен. Такие высокие здания, что у меня даже, наверное, камера не возьмет. Красотища. Могу не заснять этого парня. Человек-музыка. Freedom Tower. Сейчас мы сюда с вами пойдем. Помните, мы там с вами были летом. Сейчас пойдем туда. Пройдемся опять. Я так соскучилась по Нижнему Манхэттену. Столько всего красивого. Сегодня целый день будем гулять с вами по Нижнему Манхэттену. И записать надо много видео, как обычно. Вот, друзья, мы с вами подошли к Freedom Tower. Смотрите, какая высота! Невозможно передать эту красоту, конечно, на видео. Вы просто не представляете, что я сейчас вижу своими глазами. Сейчас пойдем внутрь. Посмотрим, что там интересно. Итак, я пришла по месту назначения. Вот здесь я была летом, к сожалению, не снимала видео.
тут такая красота. Не знаю, почему я не снимала видео. Спасибо. Просто обалденнейшее место. Конечно же, самые магазинчики везде. Сейчас мы пойдем с вами туда, вот на набережную, посмотрим, что там есть. А там есть мои любимые яхты! Вот такая красота снаружи. О боже мой, солнце сегодня великолепное просто. Невероятнейшее тепло на улице. Сейчас с вами пойдем погуляем прям вдоль лагуны этой, вдоль причала, конечно же. А вот там статуя свободы, надеюсь, вам видно. Сейчас поближе подойду. Боже, как тут спокойно. Какая красота. Самое интересное, никого. Практически нет людей, что мне очень нравится. Пойдем гулять дальше. Бегу, как обычно, красота повсюду. Сейчас прям вернулась в лето. Столько хороших воспоминаний. Красота повсюду. На самом деле очень рада, что я тут. Смотрите, какой красивый вид позади. Никак не могу оторваться от него. Вот. Идем вдоль лагуны. Погода сегодня замечательная. Какая красота сегодня. Продолжаем дальше с вами гулять по парку, по набережной. Погодка замечательная, детишки веселятся, люди счастливы, в общем-то, как и я. Мы с вами вышли на Бродвей. Сейчас с вами погуляем. Вот там бык железный, знаменитый. Сами видите, сколько народу. Даже не знаю, как вообще к нему подойти. Вот такая Бродвей улица. Здание. Сейчас с вами попробую подойти к этому бегу и сфотографироваться, раз уж мы здесь. И стоим в очереди, ничего страшного. Давайте на него посмотрим. Вот он, бык, самый знаменитый. Пойду сейчас сфоткаться.